Завезен гражданской радиосвязи. Установка. Вот тут мы. Ленивую дельту от 80-ки и выше прокладываем. Вот один. Сейчас смотрите. Вот мы там вверху закрепились. А вон ребята у нас на дерево привязывают. Их тут не видно, наверное. Вот он, конец. Угол треугольника. Вон там он на ту сторону натянутый. И вот он идет вверх тут на флагштоке. Вот. Сейчас, ребят, покажу, как он тут лазит. Выходной день. 2016 год. Вот у нас тут ребята куда залезли. Что, ручку помашем? Ножичек. Эх, плохо видно. Тынды, тынды. Ну, понули мне конец. Ты тяни нож туда наверх. Да, да, тяни, тяни. Там отрежешь что-то надо. Понимаете? Вот. Видно, не видно, как у нас тут треугольник развился. Ну ладно. Дальше будет видео эфира. Это антенна. Запас оставь. Ну вот, антенна наша уже висит. Треугольник, сейчас ее тут не видно. Вот. Первая антенна в штабе дивизиона от 80-ки до 10-ки. Вот ребята уже проводят фидер к нам в штаб. Антенну настроили. Все в ажуре, все в резонансе, как положено. Последние штрихи сейчас заводим. И уже можно будет в эфире работать. Дивизион гражданской связи, город Самара. Ура, ура, 2016 год. Образ за руль, Лида, прижим руку, 73. Также 73, всего доброго. До свидания. Вот три Калина, Леонид Дмитриевич, диапазон 40. Вот наш треугольник работает. Вот наша бригада тут. Первая антенна у нас. Начало положено. Сейчас тут еще станции будут. Сейчас я от коллективки сработаю. А, давай. РК-4 и вам прием. РК-4 и вам прием. РК-4 и вам. Не ожидаешь таких коротких позывных и сразу славливаешь это. Здравствуйте, РК-4 и вам, УА-3 Галина, Леонид Дмитриевич. Добрый вечер. 5-9, Игорь Липецк на приеме. УА-3, Галина Леонид Дмитрий, здесь Алексей, Самара, коллективная радиостанция возобновила свою работу, Самарского дивизиона гражданской радиосвязи, прием. Я прием, Алексей, спасибо, благодарю. Лоб показывает то, что я не встречался с вашей коллективной станцией по знакомству. Вам, к коллективу, самое наитеплейшее, 73, если не будет вопросов, как услуги замышленно. Вопросов не будет. Работал оператор Алексей, радио 4, Харитон, центр Василий, прям. Да, понял, я пометочку сделал. Спасибо, жму руку, до встречи, Алексей, до свидания. Да, взаимно, здоровья, семерка, тройка. 53, УА-3, Галина, Леонид Дмитриевич, 40 метров на приеме.